Здравствуйте, меня Дмитрий зовут, я специалист портала «Госуслуги». Вот дело в том, что на ваше имя письмо поступило от МФЦ с повесткой «Ваша документация». Вам его направить почтой по адресу, либо в районный МФЦ, либо на электронную почту. А вы вообще откуда? Вы кто? Специалист портала «Госуслуги» Дмитрий, мое имя. Вот на ваше имя. Да, и могу что это? Адресу, а что за МФЦ, письмо? Районный... Что за письмо? От МФЦ документация. Я, к сожалению, просматриваю... Подождите, но вы же тоже с МФЦ. Я с Госуслугам звоню. А какая-то разница есть? Ну, вообще есть. Небольшая, но есть разница. А письмо о чем? Документация. Могут быть выписки, салаты, налоги, штрафы, пенсионный фонд. Направить почту я могу по адресу. А где-то в отделении МФЦ я могу получить, и сколько оно там будет лежать, и сколько оно до туда будет идти? Оно будет лежать там 14 рабочих дней, это 2 недели. Угу. И? Или это... Нет, подождите, а сколько оно придет, за сколько оно туда придет? Оно придет завтра в обед уже будет, можете прийти забирать. А, завтра в обед давайте тогда. Ну вот, 128. Оно вы не знаете, да, о чем письмо? Что за письмо, откуда оно может... Я, к сожалению, не могу посмотреть содержимое, документация по месту стоит. Что я заявочку создал тогда на отправку, вам смс идет, что с номером письма, вы с этим номером будете его получать, там 4 цифры придете, укажете вам ваше письмо. Да, хорошо, спасибо. Услышали? Да. Да, так подождите, а так у вас Банки.ру это что ли написано? У меня Банки.ру да, пришло. Да, Банки.ру, рекламный партнер, который оплачивает за сам подписи. Да, укажите номер, я его внесу в реестр на отправку. Поступила вам, да, Екатерина? Алло, Юлия Александровна. Алло. Да. Да, укажите номер, внесу его в реестр на отправку. Ну нет, я вам ничего указывать не буду. Как я его тогда направлю? Это номер вашего письма будет. Там так и написано. Номер подтверждения заявки. Ну, нет. Алло, Юлия Александровна. Нет, конечно. Я вас не знаю. Вы звоните мне с какого-то левого номера. Я вам еще сейчас продиктую. Потом у меня будет еще 5000 кредитов. Вы что, издеваетесь? Я могу назвать ваши паспортные данные, если вы сомневаетесь. Ну, назовите. Могу. 250-16-53-123. Могу даже назвать, где выдан. Где выдан? Аня, где выдан, не могу назвать. Могу почту. Ну, направьте. Я не выдумал это. Ну, откуда я знаю, что вы там не выдумали? Ну, отправьте. Укажите номер, я его внесу в реестр. Да не укажу я вам никакой номер. А подождите, паспортные данные, какие последние цифры вы назвали, последние? Сейчас. 31-23. Ну, я вас поздравляю. Это не мой паспорт. Ну, это не мой паспорт. Удачи вам. Разводите лохов. Ну, посмотрите. Ну, ваш дом сгорит. Сгорит, да. Вот. Что сгорит? Вы прячетесь. Ваш дом сгорит, говорит. Почему? Вы сегодня домой не вертаетесь, вы детей под кровать прячете вам. Ну, да, короче, ну, здорово. Мангарин, знаете? А вы на каком сейчас языке так говорите со мной? Вы не знаете, что это маргарин? Здорово? Нет. Ну, это борода называется, типа, ну, все. Забыла, баста. А я не знаю, что это такое. Ну, я казах там. Вы казах? Да, я казах. Ну, вы же не на казахском сейчас говорите. Ну, понятно, а слова казах, да, чтобы вы понимали хоть немного. А я вам что сделала-то? Почему у меня дом должен сгореть? Все, ну так как получается? Ну так и получится вам. Ну, не хотите указывать номер? Вот с вами случится плохое сегодня. А вы что, проклянете меня или что случится-то? А я кому что сделала-то плохого? А я кому сделала плохого? Ну, почему со мной должно что-то случиться? Ну, вы грешна просто, вы грешна. Да я только что из церкви вышла. Вы что? Ну, да. Так и завтра тоже пойду. Вы что? Ну нельзя же, Пасха. Вы зачем проклинаете? Да вы что? У вас же родители, наверное, есть. Ну по голосу. Ну вы же хороший вроде бы парень по голосу, а вы так разговариваете. Ну у вас же мама, наверное, хорошая. У вас же мама хорошая. Извините, значит. Юлия Александровна, извините. Что беспокоилась? Все, я пошутил. Все, это шутка.
До свидания, хорошего. Удивительные банки, Рус, спасибо.